В Нягане готовятся к строительству центрального леса культуры и отдыха. На территории почти в полсотни гектаров подрядчики уже произвели отсыпку песка и зачистили мелколесье. За работой специалистов на площадке жители могут следить онлайн. Здесь установили видеонаблюдение. Кроме того, контролировать выполнение плана местная мэрия будет на еженедельных выездных совещаниях. Первое состоялось накануне. Так члены комиссии и строители смогут находить ответы на возникающие вопросы прямо на месте событий. К слову, при реализации проекта стороны планируют максимально сохранить зеленые насаждения и создать различные локации. К примеру, здесь появится скейт-парк, трасса для тюбингов, кафе, амфитеатр, гостевые домики и многое другое. Планируется, что объект введут уже этой осенью. Что планируется? Это рециклирование дорожек. Значит, и в дальнейшем заливаем фундаменты под локационные объекты и ставим уже сооружения, которые будут подходить в процессе работы. Все придерживаемся, ну, в рамках проекта. Какие-то мелкие там детали, то есть перенос там локации на метр дальше, ближе, ну, это такие, где смотрим по рельефу, где вода стоит, где не стоит. Можно отметить, что сегодня подрядная организация уже производит закупку необходимого оборудования. То есть помимо инженерной подготовки уже идет активно приобретение того, что будет устанавливаться. Ну и по ходу мы проговариваем, согласовываем какие-то моменты, которые возникают уже в ходе производства работ. А мы движемся в графике и надеюсь, что погода нам позволит придерживаться тех планов, которые мы изначально согласовали.